Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. События, связанные с профессиональной сферой, в этот день вызовут более четкие и сильные переживания, чем обычно. Не исключено, что ваш шеф проявит чрезмерно жесткую позицию. Телец. Успех вам принесут планомерные и последовательные действия, подчиненные одной или нескольким главным целям. Атмосфера этого дня гармонично резонирует с вашим характером. Близнецы. Ваши мысли снова разворачиваются в более практичном, трезвом направлении. Не исключено, что ваши личные связи, например, любовный роман, окажутся помехой на пути к серьезному шагу, и вам придется поискать компромисс. Рак. Позиция, занимаемая собеседником, партнером по браку или шефом, может вызвать у вас раздражение. Причем по мере продвижения к концу дня оно будет иметь тенденцию все больше усиливаться и разрастаться. Лев. Ваша творческая сила, везение, обаяние никуда не делись, но сработать в этот день они могут лишь частично. И в профессиональных, и в бытовых вопросах запаситесь надежным тылом. Дева. Этот день дает отличную возможность действовать в удобном для вас ритме, по законному графику. В любовной жизни не исключаются проблемы сексуального характера и ссоры. Весы. Достаточно напряженное время. Звезды честно предупреждают вас о вероятности конфликтов в наиболее важных сферах вашей жизни. Поведение делового партнера может стать агрессивным. Скорпион. На протяжении всего дня сохраняется вероятность возникновения острой проблемы, ликвидировать которую нужно будет незамедлительно. Если вы отправляетесь в короткую поездку, будьте готовы к неожиданностям. Стрелец. Источником раздражения в этот день могут стать материальные или профессиональные проблемы. В любом практическом деле вам не обойтись без упорядоченности и дисциплины. Козерог. Ваши стратегии будут сочетаться надежная предсказуемость, уверенность в себе и взрывная творческая энергия. Постарайтесь правильно распределить эти составляющие, и вы добьетесь всего, чего хотите. Водолей. В глубине души вы будете склоняться к аскетизму и воздержанности, а не к активному прожиганию жизни. Но в течение этого дня очень возможно яркое знакомство, которое заставит вас частично отказаться от строгого расписания. Рыбы. Вы можете получить предложение выбраться из своего загадочного уединения и как следует повеселиться. Вам придется применить некое творческое решение.